Макс Биг Дог. Макс Большой Пес. Спасибо за подписку. Добро пожаловать в банду, красава. По-моему, тот аккаунт, на котором я играл с Ашер. Ой, сын. Да, сори, я тупой, и у меня все долго думает. Ничего страшного, все будет хорошо. Как ты нет? Будет на гранд-финале победа. Я вообще в шоке был, когда они сказали, что бой 17 будет. Так бой 17 это единственный формат, который реально крутой для плей-оффа. Это, мне кажется, слишком долго получилось все. Я вообще, нифига парни, вам себе. скажу по чесноку, я начал смотреть, посмотрел первые две карты, после счета 3-0, я подумал, что типа все закончится не очень хорошо для вас. Вот все так думают. Слабые. Да не-не, особенно последние карты, это вообще улет был. Макс байтил. Я Чё тоже там, опять байтил. Макс Да, байтил. Это тоже забайтил. Я сходил. Да, мы обсуждаем, как вы классно сыграли. Го уже звот, я не могу, хочу да, убиваться. Я зашел. Да, все, я захожу, сори. Отсоси. Сори, Олег. Кстати, байк играл на СЕ6? Вожди. После патча нет. Я бы заценил, что это телега. Но он красивенький выглядит. Говорят, просто его теле пробивается куда угодно, но сложно сказать. Я не тестировал. Можно потестить. Смотрю, бывшую мою добавили на правый борт. Как это пишется, я забыл. Где завод? Так, я сейчас рублю выплаты всякие. И друзья. Добавь меня в друзья, слышь? Ты? А как у тебя там состав взвода друзья? ДБГЛ, Нави, вот это. Да-да, все понял. А меня? Так, ты у меня в друзья. Я же лучше ВГЛ. А кто в говнаре один, боюсь спросить. Кто-то другой. У нас три пресса должно быть на команду. Не, я думаю, вот. Ты будешь на основе своей? Я, да. Я думаю, у вас их 7, ВГЛ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просил форматирование. Всё тогда. Так, что у нас там? Нормально. Шершень, да, всем здорово. Всем здорово, всем привет и вся херня. О, кормы, мерки, братья навек. Активация голосом врезает части слов. А мерки это силы, печаль, корм, ну вы поняли. Сейчас мы настроим. Так, ну что, начнем? Ага, все. Я вас понял. Ты нас понял. Секундочку. Ты что, японца сейчас возьмешь? Так, раз, 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 раз. Раз, 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 так. Пускай будет пока так. Но надо будет настраивать наш микрофон новый, я не настраивал еще. А вы уже играли, кстати, на новом патче? Как вам звук и физика? Да, мы так чуть-чуть играли. Все, плохо. Мне не нравятся звуки попаданий. Ну, это да. Они не информативные. Ну, короче, звуки Armored Warfare не очень, на самом деле, в целом. Я просто в ВВ не играл, а это такие же, как и в ВВ стали, да? Очень, очень, очень похоже. По-моему, просто взяли оттуда и сюда перекинули. Я не играл особо, но... Точнее, вообще не играл, но слышал. Я играл особо. И что? Ну, похоже очень. Это ж не только я говорил тебе. Да, да,
Ты хрена себе, что ты взял, слышишь? Скворечник взял, да? Так урона нету, ты еще будешь крысить у ваншота. Да я думал, ты возьмешь какого-то японца, это, Е100 танчить, Мауса. Блин, плохо, что... Не, сейчас надо звук движка уменьшить. Он что-то орёт. Новичок Норрис, 7-й месяц, красава. Мне еще показалось или нет, не знаю, на этом патче некоторые танки стали быстрее, некоторые медленнее. Да иди ты, у меня Чак Норрис 7-й раз подряд подписался, прикинь? Чак Норрис на Санстрайка подписывался 7-й месяц подряд. Санстрайк. Отлично, Санстрайк. Вообще Санстрайк говно, глыба и форжи руля, одно и колдснеп. Это да, все танки стали медленнее назад ездить. Не, но бат стал динамичнее в целом. Там Е5 стал очень тоже на порядок динамичнее. Ну, пукаете вы. А вот 50Б по мне так и немножко он слупочнее стал. Вообще, страйк, там тебе конь в кости едет, сейчас светану. Ты зацелен его? Давай. Ну как встанешь, я... Я зацелил. Окей. Нормально, мне рта уже дала. А, он в сейве, к сожалению. А он откуда стрелял? С Джей, да? С Джей 2-3 где-то. Окей. У него там говно, сейчас я пойду помощь. Так, кто там еще? А, Геральт. Спасибо. 9-й месяц. А Геральт у меня еще круче. Он, короче, 9 месяцев подписку имеет подряд. Просто красавцы. А что вот это за новая фича? Прицел расширяется. Да это, говорю, не фича. Нет, это фича, ты просто хейтер ВГ. Ты хейтер. Люблю ВГ. Они же обещали новые фишки вводить, не отображение модулей на союзников выбитых. Там расширение прицела. Это все фишки движка. Ого, где тут бабаха уже стоит? Я, короче, на врыв пошел. Ой, 50 быстрый. Сводочка. Я могу две пули. Где даст еще? Неплохо. Арта. Там этот там не бил, едет какой-то! Я помогу, я помогу. Фух. Я спас тебя, шопа. Спасибо, друзья. А, кто не понимает, когда арта сплэш кидает, а когда... Вот это да, вот это просто такая шляпа стала, звуки новые от арты. Вообще не понятно. Ой! Нормально ты там делаешь. Слышь, мерка пизданой, слышишь? Гомерка пизданем, байк. Гомер? Поверни. Но звуки в целом мне нравятся. Надо просто привыкнуть к... Чувак, тут калибру. Даже не дело привычки. Вот звук от арты сплэш я вообще непонятно. То есть он одинаковый, как и от обычных танков.
Ну да, вот это плохо. И когда, например, по тебе як по 100 попадает, то же самое, что по тебе стая 10 попал, ты не Да, то есть понимаешь. звуки попаданий и звуки арты — это говно. Они похожи очень сильно и неинформативно. Так, на этом ПТ, потому что он более точный. Потому что у него стабилизация лучше. Потому что он еще маневренней. Ну, динамичней, в смысле. Можно по кайфарику Хотя газовать. бы сделали, как с HD SD клиентом, чтобы звуки можно было старые оставлять. Нихрена не интересно. Но тут видишь, звуки были перенесены на новый движок. То есть им придется старые звуки переносить на новый движок. А это трудно, думаешь? Ну, видимо, пару миллиардов долларов и 10 лет. Часик, мне надо donation alerts настроить. Лучше дочь проститутка, чем сын мерк. Чувак из чата написал. Такой философский вопрос на самом деле. Где это? Я типа расстроиться должен или что? Нет, просто как бы читаю чатик. Работаю с аудиторией. Го в мерке Не знаю, стоит. такое ощущение, что написал какой-то отчим, Подставной бой с НСС которого... вообще не палится. Ну, блядь, да. У которого есть... Я знаю, Есть кто это проблемы с написал. дочерью? Да, у него есть проблемы с дочерью, и есть проблемы с сыном, который... Сын, короче, пиздит его, Сын блядь, мерк, дочь алкаша. шлюха. Да. Сори. Короче, сын мерк пиздит его за то, что он бухает, нахуй, ногами. А дочь Ногами просто бухает, шлюха это, и... блядь. Нет, ногами Серьезно. сын пиздит его. А-а-а, за Вот то, что ему сын не бухает. нравятся мерки. Ну, Сын конечно. пиздит отца за то, что сын бухает. Так, что ли? Нет, сын играет в тутлы и состоит в топ-клене. Просто батя ему статку сливает, он же мерк, поэтому бате приходится отдуваться. РРР жмешь? Да. Я? О, ну шо, Олег, Шо? повторишь успех Максима Мазейна? Изи. Успех, Максим. А шо у нас? Ой, в миде вы будете оба, да? Я так понимаю. Да. Ну я барабулю даму куда-нибудь свалю. Я бы хотел и в мид отстреляться, при этом за гору успеть. А потом еще ваншот кому-нибудь повесить и арту убить вообще шикарно. Неплохо, светляк светит. Он звезды считает. Че, как тебе Т-95? Мне вообще не понравилось, вообще не зашел. Вообще Очень как-то. тяжело, не знаю. Слишком геймплей быстрый. Что-то в нем не то. На каточка она. Это топ-реализация. Топ-кек. Ух, 1675 ему попал Т-92 ББХ. Не Нормально. покупусь! Кузьмич меня подсветил! Кузьмич. Круги включи на карте. А, кстати, тоже круги, да, добавили. А где включать круги? Настройка. Так, ладно, сейчас я иду танки сначала поставлю. А что у нас там это? На первой линии. Второй. Да, ты на первой линии уже что-то все плохо. Я прикрою сейчас. Ой, нет, 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 Витя. Что-то все очень плохо. Пока. Да не, нормально, они там снизу ничего не делают. Весь чат кукарекает. Включи круги обзора.
Не, подожди, я сейчас включу круги обзора. У нас сначала там типа включить. У меня все в говне, у меня тип, короче. С горы долбил. Долбил, долбил и выдолбил. Очко. А мне арта выдолбит очко, окажи. Там 90 походу на КД или что-то типа. О, арта! Да говно мне прямой ББшкой дало. Пидарас. Кстати, вот эта вот ФВХ стала намного быстрее ездить. Видать, бензиновый двигатель. Ладно. Размен. Вот и смог здесь забраться, вот это новая физика. В смысле, там всегда можно было забраться. Разве можно было здесь забраться? Конечно. Ты чё, турнирчики не смотришь? Я там играл. Офигеть, вот это я чё-то, да. Я бы даже, знаешь, что сказал, что здесь труднее забираться. Там 90-ник мне хочет что-то поделать. Скан лучше тебя захочет. Девяностик, кстати, конечно, прикольный нормально. Звук барабана зарядки, типа гирлянду какую-то в танке перевешивают. Прикольный звук. Когда баки критуют, там, типа. Баки, да, вливаются, и когда критуют БК, там кастрюльки падают в танки. Доберете тигра? Да. Красиво. Красиво. Вепер де ля си, блин, мне сказали. Это мой наводчик доволен. У тебя нет наводчика. Погодите, а где пазик стоит? Ну алло. А где пазик? Да тут это две крысы. О, пазик там стоит. Короче, висит. Если он с топовым ганом, это будет пузик. Он не с топовым. Он же за камнем был, ты куда стрелял? Неплохо. В арт-прицел переключился, закинул. Да. Пузик умер. Слышь, а он реально прет, я так смотрю, этот бывает. 4-5. Изнавай своему Кирилл. Не, не надо. Это ж Клим. Ладно, Клим хорош. Ты шо, байк стрелял своего Клима? Да. Чё, блядь? Чё, сука? Что? Не надо мне целиться, пожалуйста. Пикатно, да. Ой, тут еще и 7 по месту. Так, кстати, где настроить круги? Ну, там же, где и... Самый низ, просто прокрути. А, вот добавили. Да, там теперь двигать можно, типа, очень много настроек. Донатики, 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 почитай. Так, под 50 рубчиков пацанчики скинулись. Угу. Спасибо, Стэнли Джей и Сталкер Моро. Ты шо, заводи? Сейчас я еще один ДЦП танк. Как бы на другое мозгов не хватает. Думаю, сори. Страйка тихо слышно. Т-49?
Раз, 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 раз. А где это? Я вверх поеду на c2. Что? Кто? Куда раз, ты? Раз, 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 да. Раз, раз, раз. Это сейчас я. Должен быть красиво. Громче, значительно громче, блядь. Как сейчас, скажите? Или слишком громко? А что у тебя только One Star на 140? Ты не статист, что ли? А у меня на нем 60 боев. Ага, ясно. У меня еще Т-22 средний без стар. А ты сделал все-таки, да? Конечно, точно, я еще на прошлом стриме тебя спрашивал, да. Только ты на нем не катаешь почему-то. Ну. Статку, да. Но я вообще снимать. Не играл тогда. Типа в рандоме. Да мне тоже надо заморочиться и сделать. Там если на самом деле делается. Главное это. Пару кирпичей заложить таких белых огнеупорных в очко, чтобы нормально было, не мешало. Пойдет. А они мешать не будут? Да не. Мне просто леопард блочит, меня свой леопард блочит. Да. Тебя свой леопард блочит, Кирилл. Да, меня свой леопард блочит, он блочит. Там еще 140. Ой, больно. Я семеру в бошку пробил. Блять. Офигеть, тут танк. Сейчас я их всех убью, сори. 9 секунд. Следующее убийство. Вот этому хочу убить. Лора, зачем вы убьете? Да ты чё ноешь? Не ной! Ну, чё Лору обидели? Ну, он успел мне зарядить, кстати. Кьюэпта. Я ему выцелил, кстати, башенку. Я нормально. Хуёпта, это кто? Опа, Джим Керри. Здорово, братан! И семка, да. Блин, вообще непонятно. Пробитие какие-то... Не, мне не нравятся эти звуки. Мне не нравится. Жизнь говно. Гоу танканёшь, а, Олег? На прессе. Подожди, 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 я еду танковать! Да уже все, не надо мне. А, тут инхэри, блядь! Я утонул! Это Довин должен утонуть. Что случилось? Ты головой вниз тогда полетел, да? Это новая физика, не знаю, я просто начал прыгать, блядь. И я улетел туда, блядь. И хэри со мной. Буль-буль-буль, бур-бур-бур-бур. А я тебе говорил на трене, когда у тебя сгорела жопа, типа, чё я урон не дал, а я хотел стопнуть, а его прям занесло, того типа, потому что все иначе, всё по-другому, Олег, перемены в нашей игре. Я реально не понял, я ехал нормально и как-то вот начал что-то прыгать, и танк просто не останавливается, еще и туда, блядь, улетел. Ну на КД, 120. Что вы, блядь, ноете? Дайте мне расслабиться нахуй. У меня турнир недавно было, хочу хуйню потворить.
Че Кирилл в мира как забыл? Стандартный вопрос. Как он запарил уже? Опа. Привет, мужик. Влад Блав, здорово. Спасибо за донат. Блин, хотел Семёре на косарь в жопу дать, я нас, сука. Меня, блядь, своим зрением телекинетическим добило. А у тебя кумоль был заряжен? Если ты еще и на голде, ну ложь, позор, да, и смеется, рожечки рисует. А сам, у самого-то в роже пару хуев торчит и, блядь, типа улыбается. Ой, фальш. А где этот чувак? Олег, ты не сейчас дома? Слышь, я подозреваю, он упал куда-то вниз. Крутые стримы. Не зря подписался. Макс Бигдог, спасибо большое. Бэтмен. Спасибо за подписку, спасибо за над. Ну, все относительно к своим крутости. Ты кумулем, что ли, его? Да. Да, спасибо, спасибо за поздравления. Я же это, нифига себе, он куда убежал. А что у меня с танком, алло? Алло! Что у тебя с танком? Что у меня с танком? Что у тебя с танком? У тебя гусеница поломалась. Да, я понял. А почему меня так заносят, он неуправляемый? Может, потому что ты ездишь по горам на танке? Что это за бред они сделали? Я, ну, короче, я не могу управлять плохой танком в момент скольжения с лавом, когда был. Так ты просто неопытный водитель танка. Давайте доставим немножко демократии. Урон мой. Желательно песчаную карту сейчас. Вот, отлично. Давайте Эль-Халуф. Эль-Халуф. Стоп. Песчаную реку давайте. Там много нефти. Буря. Нужна демократия. Ой, не то. Бери тоже 195 Е6, покажи класс. Мне? Не, Кирюхе. Кирилл, возьми 195 Е6. Покакайся на нем. Не-не, у меня экипажа нет. У меня один амерский экипаж шестиперковый. Он сейчас на пятом. Так. Что там? Санек, 150 рублей. Дача Варшаве. Спасибо большое, Санек. За пожелание. За донат. Даже не знаю, что больше, спасибо, за донат или за пожелание. Наверное, за пожелание все-таки. Да че это у нас такое? Что за говно? Черт, ну это мы несем демократию в Сибирь какую-то. Четыре арты, отлично. Я в город поеду. Четыре арты, ой. А причем, знаешь, как по шестой заеду туда. То есть... Кстати, знаешь, что мне не понравилось на лане? Ага, че? То, что там Родионы стояли, но у них цвета такие конченые, пиздец. И конченые цвета. А есть разница между... Да. Конечно. Ну, я ставлю интенсивность выше, чем стоит обычно. И на Родионе она другая совершенно. Вот другой цвет становится интенсивнее, другие цвета. Понятненько. Ну, я в город поеду, в смысле, этот, на зеленку в город. Давай, ма. Ну, все, теперь владельцы Родионов тебя донатить не будут. Так что, у тебя есть еще план Escape, короче, скажи там... Но там зато классный FPS и там... FPS там был 127. Яркость отличная. Типа, минус на плюс и, короче, норм в итоге. Опа, сейчас бы выехать. Цель понял. Есть отставить цель. Цель захвачена. Отставить цель. Промахнулся. Ой, это... Просто Лора дала Виртухан, блять. Это пиздец. А я... Не пробил его. Я его так желал, так желал.
Смотрите, что они творят. Мракобесы творят, что? О, прикольно, у меня ой, да, там тебя под калибром в НЛД пробивает. То есть такая проблемка, что не попадаю. Я, у меня 4, я его доберу, наверное. Должен добрать. Добьешь его? Тысяч. А может под цвет пис? Вы не дайте им плес надолбить мне в очко. Ну. Ага. То чувство, когда тебя стреляет 49 и светится. Блять! Меня уебало ФВХ 183, она вот здесь, самого походу. С самого начала все матчи ваши смотрю и болею за вас. Поздравляю с победой и желаю вам новых побед. Вы этого достойны. Спасибо тебе за стримы отдельно. Matrix Games, спасибо. Спасибо, спасибо. Стараемся, так сказать, для вас. Ну, для себя, конечно, но стараясь для вас, мы стараемся для себя. Тут получается обоюдный профит. Че, как там в городе Нормсе? Пока да. Пока мне ну, я парень не даст, что-то у меня будет все хорошо. Ой, что-то я 22-й бой обосрался. Что делать? Есть бумажка туалетная? Не, только лопух. Только лопух? Шипами, хочешь? Меня свой бачат зачем-то стреляет. А, вот бы инфа по ФВ-183. Точная была в 2015 году. У меня кастрюльки посыпались, танки. Без БК остался. Так. А ты меня не кроешь, да? Уже нет, но у тебя вроде никто не стрянет сзади, точно. А мне может в лоб выехать в эхо и больно сделать. Ну я нет. Да не, пока норм. Я просит без коллапса. А, у тебя ПП просто мало. Я посмотрел, смотрел, ты был что-то тысяч. Ну да, я думал, что в эхо. Сзади, сзади, друг. Бля, не получается посмотреть нормально стрим. Поехал просто неожиданно. А зачем вот тут вот этот даун мужик стоит, если он даун? Спасибо, спасибо, Макс. А, он застрял, да? Другу с презом помогать. Ну, другу помогать это хорошо. Я отомстил. Мне тут вот помогают с тем... Я даже не знаю, с чем мне помогают. Сейчас я проверю, застрял он или нет. Что это, блядь, происходит? Нет. Я не понимаю. Из меня сказал мумию лепят, короче. Генерат, который... Кирилл, из меня мумию лепят, что делать? Чё? Из меня мумию лепят, что делать? Кто лепит? Трис, кто? Не знаю, сколько там это... Скажи, что ты проклятие нашлёшь, как фараон. Я на тебя проклятие фараона нашлю, если ты меня замотаешь. Спей, скр, скр, скр. И она сама от тебя убежит. СКР, СКР. Скр, скр, скр. В черных найках. Скр, скр, скр. А зачем ты меня привязываешь к креслу? Вот там наручники приковывают. Если бы. О, сейчас бы на конку или на сквозь 140 стрельнуть. Сейчас бы попасть. Да, звуки говно. Кроме движка ничего нету нормального. Нормальные звуки, что ты ноешь? Да заебал. Говно звуки. Заебись звуки. Это ты ноешь, что я это ною. Ты ноешь, что я ною, что ты ноешь, блядь. Нытик вечно ноет. Нытик нахуй. Так, короче. Ну, 340 урона, не хорошо. Ною нихуя. Не заебись, все у меня, блядь. Жарко, Юля! User joined your channel. Блять.
Привет. Здорово. Здорово. У нас, если что, стрим есть. Здрасте. Удачи, удачи тогда на стриме. User left your channel. Что, едешь светить, Олег? Кудой. Олег, а у меня опыта Олег. Нету. А что ты... А, ты же это, типа, ты там, из дома разряда я Т-49, а Т-49 не светляет. Да, иди свети меня так, что, блядь. Ну, я таких на респе пищу, сори. Сори. Сори, for what? For the dick in your bot. А где, откуда, слышишь, светить нормально можно? Я знаю кто? Где... Нет, наверное. По полю где-то, там кусты вот эти вот на... Ну, без оптики, 4. Не знаю, как он там сутанет, коллег каких-то. Вот отсюда можно это лицо высунуть. Там пригорок есть, просветишь, что-то норм. Потом не заеду, правда, обратно. Давайте, отстреливайтесь, алё, куда вы поехали? Давай, я буду, у меня барабан КД-шится. А, ты вот так? Я буду с... Смотреть, что... А, там вон 30-ка нормально все делает. Уши красивые. Ты посмотри. Нет. У меня, конечно, дно статка. Опачки. Но столько доната залил в свой ак, что жабы душит заводить твинг. А стоит ли? Что скажешь? Блин, короче... Неплохо он все делает. Ясно. Альфа неплохо прошла. Ну да, обидно вообще. 8 хп. Так, сейчас я там... А у нас вот этот вот тип будет нереальные занозы в джопе. Ты надоел страйк на прессак? Да я вообще не страйк делаю. Ноль, плохо. Выкачал прессак, только и можешь на нем играть. А так на основе ноль. А чё, гору будем мочить? Я уже... Кустой на любой технике, эх. Не. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Цель захвачена. Есть отставить. Ой. Тебя светанул? Я светанул? Нет. А тебе... Ну, я поближе ехал. Не, я не светанул, я думал тебя светанул. Не-не, я, слава богу, ехал поближе. Если б я въехал где ты, он бы меня светанул. Понял, там это геометрия, все дела. Я понял, что я ничего не понял. Ну, я тоже не понял, но всегда можно сказать, что ты понял. Да, да. Не обязательно понимать. А вот сейчас вот он меня светанул. Да. И да и меня, кстати, тоже. Вообще тут нам тяжело будет втроем. Да. Ну а что поделать? Под двумя... Под пятью артами, извиняюсь. Но... Надо их как-то запустить, слышь? Там неудобно. Там, мне кажется, никого больше нету. Арта какая-то откадешилась. Да. Сейчас узнаем, это бат или 212. Опа. Шо, гоу колоть. Может. Это ты их светанул? Нет. Эх. Это бат, да? Да, у меня конец, походу. Или мне. Там пазик. Какие мансы, какие мансы. Ой, ты в камень врезался. А, да, теперь видишь, так не работает. Физика, понятно. Да-да-да. Новая теперь физика, надо... которая хуже старой. Отъезжать нормально. Там к страйку, кстати, человек у 90-ка. Да он противный. Сейчас я попробую зацелить. У меня мехвода нет, если чё. Ой, да ну её издеваются тут. Отлично. И светанулся. Как я светанулся, блядь?
ФКД, короче. Ой, и все тут тоже. А счет-то 6-0, кстати, мы уже базу берем. Танкуй байки, сейчас буду ПТ-ху ломать. Я... не трожь! Севса, не трожь! Мой. Меня трожь, Севса, не трожь! Ну едь вперед! Вон тут, кстати, Т-30. Слушайте, давайте не трогайте верхних лес. Офигеть. Я не пробил и со восьмого. Трек, не давай по 50 в. Сам козел. Козел. Ты козел. Эх, сейчас бы по указке стрельнуть в 2015-м. Без варпака и не попасть. Так, у меня, конечно, татка дно, но столько доната залил свой акт, что жаба душу заводить твинк. Стоит ли, что скажешь? Это сугубо твое личное должно быть решение. Заводить твинка или нет. Если хочешь выпендриваться, то заводи. Если хочешь выпендриваться по-крутому, то ну, чё, из говностатки на основе сделай пиздатую статку. Ну, погнали. Я включил твой стрим и увидел, что из тебя мумию какую действительно сделали. Мерки боги. Блин, ну мне тут... Я не могу, короче, все. А, я понял, это она тебе бумагу принесла, чтобы ты когда обосрался, сразу себя вытаскивал и подтирал. Ничего себе. Так это, она может тебе, короче, скотчем жопу залепить, и ты не будешь обсираться. Не может она мне скотчем жопу залепить. Почему? Да я буду сам себя всрать. Да давай на стрим, чё вы, засали? Чё вы, ты не засал, главное. Скотчем залепить. Всё, иди, я на тебя обиделся. Ой, лохи, слабаки. Что, Олег, давай за свет по центру. Справа. Давай. Давай. Слева, с правой стороны по центру. Справа, справа, Олег. Давай, блядь. Оптику поставил, да, Олег? Нет, блядь. Отлично. Я и так дал. Тут мне нужна оптика. Так, у меня гирлянды начинают в танки перекладываться. Гирлянды. Ну, барабан, да. Нет. На тебе за свет. Лови, она, блядь. Слушай, а я светофор? Блин, надо было тебя толкнуть. Что это, блядь, было, да? Надо не перевернуться. Пьяный за руль садишься, да? Даешь микроаналитику по бою. Ощущение, что все решили за минуту. А предыдущие 4 часа это разогрев. Кто посмел обмотать тебе туалеткой? После матча возле кубка ты сказал Леванте, что с лицом. С приводами? Нет, с вентилем. Ну, это понятно, вентиль, стабилизатор, это понятно, а третий-то чё? Нет, почему? Если б я оставил оптику, я бы... Микроаналитика по бою.
Не, я просто без приводов, ну, в смысле, просветленка, оптика и стабилизатор. То он нормально сводится, я даже на ИС-7 без приводов катаю. По-моему, ты катаешься на СТ-шках некоторых совков без стаба. Не, я поставил стаб. А, что, передумал? Раньше катал на 62-й, 140-й без стабилизатора. Я после боя там что-нибудь... Сейчас стаб поставил. Подумаю над твоим вопросом. Так, ну и что тут? А что, го в город? Гомно ничего не инициирует. Да тут светляка нет. Да. Идеально все, смотри, нацветил уже, блин, 4 танка убили у противника. Ну, не слева кого-нибудь отдушил. Блинкдаггер и ульту их. Еще если каких слов набрался. Ну я ж теперь крутой этот, дотер. Доту играл, ты шо? Ну, у меня там ММР, наверное, минус 5000 какой-нибудь. Короче, я поехал, тройки не задницу, все равно. Он на тебя смотрит, да? Я выжил, он кривой, жопа рук. Он на каточке там стоит. Не, у меня КД, у меня 15. Олег, танкани кого-нибудь. Я танканул сейчас, секунду. Блять. Да я могу. Только я сзади заеду. Он пока будет на меня поворачивать голову, ты его то разряди, окей? А, понял, бесконтактный бой. Красиво. А, он уже разрядился. Короче, иди в жопу, ты слишком быстрый какой-то. Спасибо самолетку... за совет, но на основе 30к боев уже. Реально ли исправить? Вернусь домой, делаешь? Замучу подписку. Удачи. Развелся. Че, Олег, не сосешь? Скажись. Нет, доберите кто-нибудь, я не хочу буду тратить. О, я думал, у тебя по... может там кто-то от КДшился. Да, я тоже думал, Олег. Я его ББшкой пробил в маску просто на ходу. Кирилл, сейчас будем с тобой микроаналитику делать, понял? У Ирки кто за плюс в чат? Микроаналитику? Да, знаете, как писюн кириллоида. Так. Ух. Нихуя себе микро. Макро. Если ты хочешь сравнивать с моим что-то писюном, то из наук может макроэкономика подойти только. Глобальная какая-нибудь мировая. Нормально. Я в засвете, я сейчас домой поеду, походу. Да, больно. Ой. Яшка и еще кто-то откидались. Борща не тронь. Цвету! Цвету! Я засветился каким-то образом, вообще непонятно. С победой, Олежа. Это тебе на дне. Да танчу, ребзи. Там какие-то 3-2 раза говорят, что булка бог и мерки сила. Пизди от равных. Я сейчас, парни, работаю пока. Ну жуй, нормально. Шо? Не моним. Тихо, не трожь, блядь! Сука, отойди от него! Бесыч. Пидорас. У нас там этот, кап поправит на 140-м. Ну, Олег, ну не убивай их. Лес. Блин, там... Все, его забанил. Успею, все, успею. Дарты. Ну не надо! Это дар... Ой. Ты опять? Это ранил меня. Не успел, просто был доли секунды. Вот же говно, я на него ремку потратил, он мансер. Прострел какой с Багалиги.
Нет, после матча я не говорил Леванте, что с лицом. Туалетка меня трис обмотала. Фек. Кирилл, давай микроаналитику матча. Что можно сказать? Тут говорят, ощущение, матча? Что все решалось за минуту, а предыдущие 4 часа это разогрев. Ну нифига себе разогрев. Такие качели лютые были. А ну-ка, стопы. Не, вообще тайбрейка не должно было быть. Все должно было на химках кончиться. Там просто, блядь, кому-то жопу не заклеили скотчем, и он обосрался. Да. Я бы сказал, их там трое обосралось. Ну такое, в принципе. Кто-то чуть больше, там с большей подливой там обосрался, кто-то с меньшей, но обосрались все трое. Я бы сказал так. Отличная аналитика. Вот, ну собственно так, да. Ну первые из первых трех боев мы обосрались тактически очень там сильно. Там вообще текло. Вот кто просто сидел текло, на сцене, вообще текло со сцены. Текло говно. Со сцены, да, от каждого так. Заводи. Что еще хотелось бы отметить? Ну а в последнем бою просто байтили мы. И уже текло с НССов. Такое вот. На основе 30к боев реально ли исправить? Ну, теоретически все реально, но на деле 30 тысяч боев это пиздец как тяжело исправить. Мы поедем на зеленку? Ну ты же можешь, допустим, новый танк взять и на нем сделать пиздатую статистику по урону там, и всему остальному. Надо, но с этого не хочется. Не хочется, и да. Буду смотреть на то, как ты сыграл на этом и понимать, поехали. Что ты можешь. В город или в город? Насрать. В город или в город, хорошо. О, в город или в город? Или в город, или в город? В город? Или да. В город? В скобочках нет. Пидор ответ. Спасибо. Спасибо. Че, жестко играем, да, ребят? Давай, смотри, жестко играем. Ну, да, оп, на первые три боя задали темп. Тут тоже задали. Это ясно. Ясно, блядь. Что он там вообще делает, непонятно. Сосыч, песыч. Так, ну ладно, ты его стреляй, я здесь подожди. Все, я больше не буду его стрелять. Он вонючий. А ну-ка, зырь, чё делаю. Опа. Прям вот так вот? Пиздан, по жопе тебе, что ли? Это да, он может работать. А ну-ка, дай я бортом попытаюсь. Да, секунду. У меня просто пушка не опускалась, поэтому я не смог там ничего сделать. Надо бы угол подобрать. Опа, что-то танканул, слышь. Да, жужжание какое-то. Я и вас будут сейчас сломать там, да? Колокола бьются. Не, там 90-ник можно сломать. Сбуд просто, а он ага, поехал. Ага, на сотки насрать. Да он это сделал. Вообще, чувак, они сейчас пуси будут делать, и мы отсосем. Че, бежим тогда? Я бы уехал отсюда. Бежим тогда. Я, кажется, все это время... Просто... Рентген, конечно. Самый непонятный початок. А го этих ЛТ-шек почикаем сейчас. Ну да, вот я еду. Го чикать, дай, го. Давай, Олег, улепим мод заряжай. Смотри, Олег. Я что-то не получилось. Ну папа. Гоу зайдем на шестую там ВЛТ-шек. Поехали, мочило. А арта нас не встретит? Да пофигу на нее. Тут еще 430-й. Оо. Давай, Олег! Ну, Олег. Аккуратно можно в писечку бахать. А ты не чувствуешь?
Сейчас заценю это. Блин. О, диагностик там, смотри. Ой, какая-то арточка, да? Ну нормально, они не ожидали такого просто. Приехали на зеленке, никого нету. Офигеть, в упор промазал. Ну, вы знаете, кого он едет убивать? Слышь. Не убивай! Зачем ты хп тратишь? На каточке, наверное, нет. Ой, альфач, лох. Смотри, Олег, снимаешь? Давай, снимаем. Хорош. Ну я хотя бы сейчас попал куда. Там на вас я третий смотрится. Ну да, я не хочу с ним перестреливаться. Красивая рейлиш, Олег. Он отдал, го пушить, блядь. Ой, сейчас второй, нет, как бы это нельзя. Го откай, го откатись им отсюда, слышь? Ну уезжай, чё ты ноешь, приехал. Хотел с тобой. Сейчас я пушу. О, нормально, каточки? Нет. Но... Не успел выстрелить. Жёсткий. Вот это ты красава. Еба. Да шо за говно, дайте мне альфу, и я переверну этот мир. Эх, сейчас бы пробить из соседнего. Эх. Кто-то базу берет? Дайте мне, танкуй. Дайте мне это, пулечку пробить попочку. Не, дай мне пихать. Я мега пихарь. Он очком! Неплохо пробил. Олег, где урон твой, Олег? Ну, блин, конечно, у него альфа пройдет. А, погоди. Я обиделся на него вообще. У меня 760 хп было, почему у него 740 не прошло? Нет, 283, 269. Патент сделали для импотентов. Мне что-то деньги не хотят переводить. Так, Алекс, так, ну я набахал. Спасибо, знат, да? Мне пиздят, 100% пиздят. Булка бог, да, правда. Мерки сила нет, неправда. Так. Угу. 6500. Пойдет. Кстати, пойдет, я вчера реплей присмотрел свой, это пиздец, блять. Что такое? Мы просто проиграли, допустим, второй затерянный, потому что меня пацан поджег. Да? У меня сработал огнетуш, да, но тик. Тика хватило, чтобы я стал ваншотный для него. И чтобы у меня двигатель сломался. Вот. А тупо лакер, я же говорю, тупо вообще. Тупо лакер вообще. А до этого мне в щеку выбил как-то член. Член, блин. В щеку мне выбил чел. Членом щеку выбили? 300 просто, я услышал, как она там про щеку. Она когда член слышит, она всегда смеется. Короче, мне чел, шотник, по-моему, в щеку выбил
Орудие мне пришлось его чинить, а потом мне в лоб 113-му вафля выбило двигатель. И мне не хватило этого отсутствия двигателя закатиться в сейф от второй пульки вафли. Вот. Шо, куда едем? Просто нечестная игра. Давайте задавать темп игре, как... Го, задавать темп игре, я поехал кипеть. На 8, го. Мочила волос. Го, все, на моче, давай, поперли. А 8? У вас танки плохие. Бай. У меня норм, я буду. У тебя танк. Как нет. На утесе. Это танк выиграл тебе утес, чувак. М? Что ты скажешь тебе, на это? Тебе Макс выиграл утес. Что ты на это скажешь? Пентюх. А, ничего не скажу. Пентюх. Правильно, ничего не говоришь, пока я сзади, я даже знаешь, сразу прилетит на косарь. В свете, Олег. В свете ты. Никто тебе света не даст никогда в жизни. Так, на моче проехал вроде. На моче едем дальше или не едем? Да едем, а чё? Да все, давай, моча подстекает. I keep it shining where I go. Oh, Yamaha. Отлично пою, да? Нет. Ну и так сойдет. Че, успею тут барабан дать? Нет. Ой, СТБ. Я почти приехал. Ой, тут это, проблема, Кирилл, у тебя. Тебе откалывается лицо. Сейчас я подъеду, Тулкан. Надо их не танчить, надо их ломать. Сможешь кумулем их пробить? Я нет. Ой, торта бахает. Бац, да. Начинает кидать. Могу отсюда бежать в панике? У меня три пули, я походу сосу, да? Прячься. Я ушел на КД. Прячься, пупсик. Да, тут держать строй надо, байк. 49 КД. Держим строй. А нам будет хелп? Нет, не кидает. Подстройся ко мне и все. Красиво, Олег. Вот это некрасиво. А у меня 4 секунды еще, чувак. Сейчас посмотрю, что тут. Не надо, не надо, не надо, они выйдут сразу же сбоку. Пушку бери, пушку бери. Охренеть. Как долго летит пулька. Я в КД ушел. У нас сзади хевик и бульдог. Цель захвачена. Они бульдог хеви на нас. Ну так спокойно там стоит. А потому что вот эти вот не хотят. СТП в проезде. Олег, ну мы знаем, кто лучший, то равно. Обновил как-то. Донат на огне. Кирилл и Байку привет и респект. Плохо, им да, все самые классные стримы равны. Сейчас мы на всех и крошим пучки дальше. Хэвику? Ну! 10 секунд, Олег. Смотри, Олег, один раз показываю. Давай. Он минус 2 или 1. Скорее минус 2. Еще минус 2. Иди нахуй! Чё ты... Я одну пульку его пробил. Ты обманул нас. Надо кумули заряжать. Он на КД вообще? Да, он скорее всего на КД, но под артой мы. Да, ничего страшного. Да, я его попробую добрать потом. Дальше ему. Сейчас доберу. Вверх будем убивать. Важно. По приколу. Хотя они, наверное, уехали. Ты один там, короче. Да, ты один, Санки. Не, тебе 50М. Я один, ребят. Будет смотреть, как ты умираешь. А, ну сейчас второй сейчас. Ой, мне кажется, ГГ. Сейчас бы попочку я первым дать. Тихо-тихо-тихо-тихо.
Ну светанул, мразь! Ну мразь! Мразь, мразь, мразь. Минус два у него. Олег! Ух, твердая пися. Твердеет пися у тебя? Что, Вегар нажрался опять? Веера? Вегры. 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 Слышь, давай, короче, ты не будешь арту трогать, я дам мне что-то два шота. Ну потому что ты на прессе, а мне стату надо апать, и меня тогда в нави. Смотри, стою, не трогаю. Спасибо, Олег. Тупо стою, не трогаю. Не трогал я его. Козел меня из-за тебя. Козел тебя ебал. Нави не прикольно. Тут заеду. Слушай, красиво. Красиво дело, да? Нормально, нормально. Олег, ну не тронь его. Меня в нави не возьмут, если я не набью урон. Сори. Так, кстати, тебе Алекс JVD передал Кириллу и Байку приветы. Привет, ну, тоже передавай. Самые классные стримы у вас, парни. Ну. Ладно, это я сам добавил. Подожди. А впрочем, похуй. Заводи так. Без тебя? Не, вго. У меня третий перк открылся. Я думаю, сейчас может взять, короче, братство. Ой. Вот. Потом маскировку и качать третьим перком. Починку. Может, кстати, надо рекламку включать. Парни, сейчас, не, сейчас же нормальная реклама. Ну, че, зарабатываем, парни, страйка на пьемушек. Много тяжей. У них луч есть, аккуратно. Поздравляю с победой. Именно с большой буквы. Парни молодцы. Ну, спасибо, меня большое, спасибо. Пробивать пулеметы или нет? Обред 85. Победа... Сложно сказать, наверное, нет. Она, конечно, только если в корму. Очень тяжелая, но... какой-то там же безумный пулемет. Я уже говорил об этом. Самая важная победа будет... До того. Через 3 недели. В Варшаве. Не факт, что на нас будет эта победа. Но так, надо. Для команды, которая выиграет в Варшаве, та победа будет намного круче, чем то, что вот мы сейчас выиграли. А чего туда поехали вообще? А чё ты туда поехал? Да ты чё туда поехал? Стадо поехало. Зато с нами бат поехал. Уважуха ему за это. Ну я же свеч. Отлично. Бульдожка-то. Нормально играет. Красиво поступает. Чертёка. Блин, надо... Ай, я, короче, настрел. Ты шо? Алло! Ты, блядь. Он просто перевалился и меня убил, блядь. Это пиздец. А чё ты ездишь? Ясно. Куда не надо. Ясно. Статист отсосал на голде. Как я его не пробил, когда у него вот так вот НЛД было, блять. ВЛД, точнее. Ебануться. Просто ебануться, блять. Не засал и уебал. Если бы ему пробитие дал, он, конечно... Вот это прострелись, 4.
Да-да-да, все, я... Буду болеть всей душой. 34 вот отсюда, но только башня видна. Спасибо, обряд. Будем стараться от всей души. Не-не, я про 700 считаю. Бля, сейчас бы отсосать в начале боя и хуйней заниматься. Пиздец. Ай, блять, это пиздец, просто пиздец. Как так, нахуй? Если... Ну, надо было, блядь, стрелять ему в башню, я бы его пробил, он бы не поехал. Когда и... Да, и нельзя двигаться. Это жесть вообще, говно. Зачем такое делать? И, кстати, назад танки ну, вообще не ездят. Реалистично. Почему танки назад стали так медленно ездить? Что за херня? Это он тебя обидел, Олег? Меня бы чат обидел, пидорас. Да, это он его убил. Сзади, сзади, Кирилл. Фига себе, просто 704. Болел за вас по нашему времени до 6 утра. Тупой, красавчик. Урод, говно шопа. Кирилл, ты сейчас стримишь? Нет. У меня две пули. Сейчас бы поломать, блядь, переключалку, сука. Слушай, красиво делает. Понял, нахуй. Все, мне конец. Байк убирает! Ааа! Ой, голова полетела. Да. Смотри, а ты у себя очко нюхаешь. Смотри, Олег, как я выжаю. Байк, возвращение. Sorry. Привет, поздравляю с трудовой победой. Вопрос по матчу, точнее по карте Химки. Не пошатнулась ли уверенность в ваших наработках по этой карте? Было ощущение, что все шло не по плану в боях на ней. Спасибо и удачи на гранд-финале. Спасибо за донат, по поводу Химок мы их не треним, просто. Не тренили тогда. И НСС их тоже не тренили. И Химки это была карта команд, на которой играли две команды, которые не тренили эту карту. И, соответственно, была какая-то неразбериха. Что-то какое-то было. Ну, веселое зато для болельщика, для зрителя. Оно всегда, когда команды не особо знают, как играть карту, на карте только происходит какой-то экшон веселый. Ну вот так оно и было. У тебя тоже на танке шишка? Это шишка вообще-то. Шишка? Я читаю. Так, спасибо большое за 500 рублей. Я тупой, мне можно. А может быть я? Мораль уже почти. Видимо, мы оба с тобой неправильно читаем. Ты же как жишка читаешь. Жишка, да. Сделай обзор на шишка. Свое мнение на физику и звуки. Ой, ну это слишком тяжело. Какое? Сейчас никакие обзоры делать не буду, ой, времени блядь, не будет. Блядь, иди ты нахуй. У нас же это последний, да, выходной, единственный, Кирилл? Да. Вот все, мы вчера ехали, сегодня приехали, единственный, соответственно, выходной полноценный. С завтрашнего дня мы опять тренимся. Поэтому, сори, никакие обзоры на физику, звук я делать не буду. Но стримить, играть в рандоме я буду. Потому что нужно к физике привыкать, к звукам, ко всей фигне. Вот сейчас назад танки перестали ездить так же, как до, и это очень, кстати, меняет много чего, касаемо кайтов, раскайтов. Сейчас бы кружку, блять, разлить на себе. Одну секунду. Так, нормальный танк брать. Хорошо. Сейчас. Чё попёрли? Доело. Возюкаться что-то с ними. Ломать. О, я треть.
Counter-Strike. Да, едем туда. Финал просто охуенно вышел. Давно не переживал только таких эмоций. Долго. Ты чувствовал долго ментальную ехать. Поддержку работяг. Перед матчем было несколько минут нон-стоп 5319, 5319. Несмотря на слоу-мод 120 секунд. Поддержку работяг я, скажу честно, не ощущал. Когда ты играешь на сцене, то ты не смотришь, не видишь, что вокруг происходит. Ты не чувствуешь вот это вот. Пор какой-то, поддержку, вот это вот ты и не чувствуешь. И точно так же ты не чувствуешь, когда там тебя хейтят, там, вот это вот ты все не чувствуешь, ты весь в игре. Если ты вот это все замечаешь, видишь, то значит ты недостаточно сконцентрирован, это плохо. Она поддержка важна, да, до, после там. А вот во время поддержка, она не сможет никому помочь. И спасибо, конечно, за донат. Мы тут одни слышим. 500 рубчиков, ни хрена себе. Олег, да, победитель 53-19, красава. Спасибо большое. Сегодня за тебя буду пивасик пить. И за всех остальных. Ух ты, у нас же новая донатеров. Физика, да? Смотри, чем мы там. Я за пиво до хера выпить. Ой, да, так, парни, через пару минут буду. Там это, не умирайте пока. Ага. Он тебя уже ждал? Не, ну это MLG этот, блядь. Гоп. Кто? Goldbet. Чё, бля? MLG Goldbet с нами против нас играет лучше. Артака, да, такая. С победой. Привет, Байку и Кириллу. Да. А тут Бладкс вам передает привет. Кириллоиду и Байку. Ему тоже спасибо привет. Большое за NotBlocks. Так, надо там уже обновлять флажку, кажись. Нормально. РКД ушел. Окей. Блин, надо было ехать по-другому. У меня 15. Можно сейчас, в принципе, забрить их будет. Если ты их сгонишь, чтоб я проехал. Сейчас посмотрим, что. Давайте брейте их, я сейчас буду своего. На каточке. Добью, наверное. Сейчас. Кстати, надо я третьего Биба Вульфа называть. Чувак. Куда ты делся этот 51-й? 61-й бежал, походу. Там еще японец, вот этот говно тяж. Да, вот он приехал. Вы там не отсосете? Можем. Ой, возможно, кстати. Да, кайте, чувак, кайте. Да, я пытаюсь, но мне кажется, он все равно что-то даст. Нет, нет, пожалуйста, не надо, нет. Я не могу к вам проехать. Я немножко на себя... Ой... Он на катках, sorry. Обнови. Понял, блядь. Ой, больно как. Пусть он стоковый, ой, хорошо. Это было важно. Все, проблема в том, что я теперь шотный для этого пикуса. Где там страйк пишет? Боже, какое-то говно. Я даже боюсь представить, если бы я качал. Найс. Аккуратно, аккуратно. Он тебя, кстати, может шотнуть, как и меня. Я знаю. Нормально. На скилле я парень. Ясно, блядь. Сори, Кирюха, я бросил тебя. User joined your channel. Красиво делаешь. Я убью. Давай. Там еще туре 6 вот этот или 5 или как он. Тупо 4 хэви.
Тупо 4 хэви? Да. Я, ну его чекать. Ого. Понятно. Слушай, это инопланетянин, квазар. Да. Угу. Квазар — это черная дыра особая такая. Инопланетянин отправился к тебе в галактику. Да не, он просто у нас тут писюны сосёт. Прикольно. Предыдущий выстрел 666, этот 555. Следующий 444. Не-не-не, там минималка 536, по-моему. Не, ну просто так у танков было. А вот это неплохо, 906, это почти максималочка же, да? 600 же там было. Да, мне показалось 906, значит кто-то еще выстрелил. 664, по-моему, я дал. Че, я проскочу? Не, и третий очень жесткий, он еще и точный. Да какой жесткий, я скатался на нем несколько десятков бэф и понял, что это просто жесть. Это я парень, когда я был или кто? Я застрайкнулся, так что я не в курсе. Блин, сейчас, ну зачем ты его стреляешь? Я фугас на его задницу заряжал. Так. Что, простите? 1300 с чем-то он тебе попал? Я опустился вниз просто. Он тебе... А, он прям по центру башни тебе. Я вообще думал, ты разобьешься. Как ты не разбился, я не знаю. Да, варпаки эти понаставят все свои. Куда он мне дал? На двигателе нету следа. Он перед башенкой. А, он прям в крышку мне дал. Да, да, да. Ну все, теперь этот даун будет меня пасти всю жизнь свою. Братан, красиво. Я перевернулся туда, а потом обратно. Алижа, 250 тебе на пивасик, 253 на мороженьку. Расскажи свои ощущения во время крайней катки. Ну и Кирюху хотелось бы услышать. Ну-ка, подожди, поставлю. Так, все-таки. Алекс, JVD, спасибо большое за знат. Кирилл, расскажи свои ощущения перед последней каткой и во время. Ну, про последний бой. Да, перед, не помню. Я помню, как ехал по первой линии. Сначала страйку ебучку колят на 1200, потом просто тип улетает. Ну, я это все вижу, с первой заезжаю, сначала вот эти вот от вылетающие хп. Когда Макс сдох, я думал, все, проиграли. Но потом удалось на ТВП крайне два, крайне очень удачно два барабана отдать нам со слайдом каждому. И все, сразу похорошело. Ситуация. Там сразу типы взорвали инспирера. У меня 600 хп. Они уже на кураже полетели меня добивать. А у меня тут таких два друга на ТВПхах. Кириллоид и слайд фуловые выезжают меня сейвить. И мы итогово там практически два бата забираем у них в ноль в ответ. Не по пульке, чехи полторы секунды, что ты хочешь. Там я дал там три сам пульки.
или две бату какому-то. И ТВПхи наши барабаны отдали им в лицо. И все. Там взорвались баты. Шо, куда тут ехать? Там еще нафейлили, так понимаю, НСС и других моментах. Там, когда Толик выживал до хрена, очень много времени он выживал. Его должны были убивать. Что-то MX-30 там что-то, по-моему, с 54-й тоже неправильно сыграли. У них, короче, много было фейлов очень. Подарили нам. Ну а мы до этого подарили химки им. Короче, взаимные подарки. Очень много ошибок, но весело для зрителя. А касаемо волнения, то... Волнение бывает первые бои. Первые несколько боев. Такое. А дальше же все. Нет волнения никогда. Ну, по крайней мере, у меня. 240, неплохо. А ты чё думал, блять? Что у меня что-то вылетать будет? Так, 12 секунд у меня. Там их будет много на нуле. Ну светите ЛТБшками, а? А у них ни одной ПТ нет, кстати, я только сейчас заметил. Угу. Ты тысяч ебасов. Да, ТВП там, они весь золотых наверху. Это, кстати, любители пони. ФМП. Страйк, выйдешь на стальных яичках? Вот, выехал. Вот тут говно есть. Наши ЛТшки на манусе. Ну шо, дегенераты, проедьте куда-нибудь, кончи путалось. Там точно есть, а чё, где это не светит тогда? Я не знаю, мне оттуда прилетело. Откуда-то. Не могу из-за этого выйти, барабан, да? А можно хелпу ТТП? Сейчас, ну, меня светанули, сейчас отсвечусь, если к тебе приеду. Да, он хочет, походу, меня. Или нет, или да. У меня две пули, я не могу идти на КД, просто как даун стоит. Ну, правильно, офигеть. Все, я ушел на КД. Короче, сейчас, блядь. Олег, там конёш? Я там с бора в борт настреливают. Нормально горит. Урод, блядь. Охо, сука. Значит, я, блядь, слишком дохуя въёбываюсь. Сука, я его два раза в пушку не... урон не дал. Ай, думал, доберу так. Там под углом была пушка, походу. Ой, просто брать ты вперед, светляк, блес. Мать кек. А. Ну, это вот я, блядь, не понимаю. Что это за дегенерат на 49-ке? И ЛТТБ. Не, ну ЛТТБ он типа светит, окей. Но хотя там нет, важно это делать. Сейчас я проеду, блядь, по
Вот это красиво было. Давай, Олег, там никто не должен тебя сбоку пилить уже. Все, на центр. Он на той стороне. Вот ТВП. Офигеть, а как ты их там не видишь-то? Ты у меня спрашиваешь? Ну да. Так они там в рельефе. Ты КД, да? Окей. Да. Ой-ой-ой. Куда это происходит такое? Он сейчас на меня будет упарываться, слышишь? Ну я вроде... Нет, 50 Б. На катке стоит 50 Б. Я вот эти, блядь, 49-ки конченые, которые... Короче, у него все промазали. Без оптики. Он нихера не светит, у него нету оптики, походу. Не засейвил эти релоиды, не полетел и ртух. Тебя же 50 Б убил? Угу. На горе кто-то, 141 на горе. Или это CDC, непонятно. CDC еще не светился вообще. Ой, сушка, что творит? Хочу фугас въебануть в шоп. Зачем ему раньше времени начал стрелять? Ну что за падла? Попал ему в пиксели. Ну, бахай, Олег. А еще. Красиво. Он еще 1600 хп, офигеть. Угу. А я сдох. Бездарно так. Нормально вот этот Альбертка. Альбертка 116. Не, чё-то вертуханы без сведения не попадает. Ну, в принципе, не должен. Так, чисто тесты, чисто тесты. На прессе можно и безвращаться. Сори. Так, что там? Сто 10%. Надо обновлять. Не дело. Простаивать до морали. Ого. 553 рубчика доната Стайку. Это 10-12 пух. Про концентрацию на матче все правильно сказал. Но это не то, что хотели услышать элитные работяги. Половину кириллоиду. Шутка. Так. Три 19 врунишка. Да. К
Короче, моя задача не обманывать зрителя. Моя задача пытаться быть естественным, как я считаю. Ничего себе там Нави бай Никита. Нормально. Где? На Е5 у них. Ну, противников. Почему у них это 5 коричневых? Что такое? Так у нас потому что 5 тут. Можно утопиться прям вот тут? Давай вот сюда куда-нибудь. Я повернул елку, но... Ну, там вот сосыч. Ну, впадло что-то. Надо, ну, короче, собрать до... Да, это... Не знаю, направо куда-нибудь. Строку на елку. Стежей мало. Можно подрать и убить их. Плюс Сларк поможет там. Что, куда ехать? Направо. Ехать направо. Сларк? Да. Yes. Ты... А я... Надо где-то показать будет, какой я купил. Да хуйню ты купил полную. Иди нахуй. А, просто охуенная. Тупо хуйня. С мурлоками. Тупо купил, хуйня. Тебе, что с мурлоками? Майку, погоди. Майку купил с мурлоками, типа, как на Сларка похож. Охуенно. А Сларк завидует, что, блядь. Что он не купил, а ты купил, да? Не, я купил последнюю. Просто хуйня. Что песочь отсосал, и вот тут сейчас хейтят. Ты бы лучше мне наушники подогнал. Который я забыл в арене. 100% даже не зашел, не спросил. Она закрыта была. Не веришь? Серьезно. Пачки, пидорасы светятся. Опа, коричневая. Смотри, слышь, он катается там, как старые добрые. Его не убивают. Ой-ой-ой, что такое, обоссанный, да? Бедняга. А сейчас же Яшка приедет. Да сейчас я этой Яшке, блин, по ее ляшкам. А что, мне хелпа будет? Яшки по ляшке красиво. Каток тапок. Почему? А, я не могу ничего сделать. Мне батка дашит уже. Я 2 раза не пробил щеку Митя. Митяя. Митяй, да, все идеи. Не Митя, а Митяй. Метеоризм. Метаболизм. Сейчас я... Там ежечка подъезжает. Ну ты вообще монстрил. Как же ты это делаешь? Четвертая залетела вообще, у меня. Ну вот эти Т3 попал просто. Like a boss. Я сверху попробую. Так, кстати, Е5 можно будет, я думаю, почикать. У нас сейчас арту выебут, и нам надо як парня. Як парня? Мари, вафель парень едет. Что происходит? Сларк потонул. Сейчас бы навесом закинуть 3 кумуля. Сзади, як парень. Да, понял. У меня еще 12 секунд, чувак. Мы сосем. Ой, ну похоже, мне сейчас выдастся. Да. Ну все, он должен отсосать за это. Ты слышь, крути его, я разъебу. Да я не хочу, там же арта. Дайте я ему бахну. Вон он, кстати, арта, вот. Кирилл. На катке. Я его буду держать. Обнови еще раз. Ёбай. Слышь, нам надо возвращаться. Возвращайтесь. Сейчас отсвечусь и поеду. Конечно, физика, блин. Да, немного говняная. Меняет. Не, она не говняная. Чатик. Ставьте. У них 4, кстати, арты, может быть, надо. Слышь, было... да я бурду возьму, мне похуй на зуб. Да, да, иди бурду бери. Я тебе убивай там, да. А ты убил тоже первый, да? Да. Точно, давай, бурду. Ну вот этот Питер на. Привет, Строк. Смотрел финал. Это было потно, экшон зашкаливал. Последним так, бой, когда Инста просадили, я вообще обосрался. Он в общем, молодцы. Поздравляю с победой.
5329. Почему мой танк так заносится, не понимаю. Блять, слишком быстро едешь. Ой, я убил нафиг бой Никиты. Я тебя подожду, Олег, что-то мне неохота врываться. Слева. Право. Ничего себе ты профессионал. Что дери, блядь. У вас норм все там? Да, я задаю. Да я задефлю. Плес, кек, мать. А чё ты хочешь? Задефить хочу. Задефить? Да. У меня дырочка в очке. Прикольно. Да это говно. Я просто съел, спиздил их в отеле. Не убивайте арту, плес. Нет, две арты на борду. Опа, сейчас кончу ее. Кончу ее. Ну нет, давай, нет, бурда, вот это круто, кстати, будет. Это круто, блин. Воен, бурда. И просто хороший человек. Главное, что он утопиться может, этот пидор. Он стрелял. А так КД, она откуда? Где-то... Я не понял ни хрена, но она с первой линии, мне кажется. Окей. А, руки трясутся, бурда, вау, классно. А? Нет, получать да, бурду в 2016-м, это же классно. Ну это вообще, это реально жестко. Плюс на чехе. Ну-ка, на чехе-то как раз очень просто, пыщ. Я имею в виду, что типа... Ну да. Только вышел чеха, у тебя уже на нем бурда. Страйк говорил, света не дает, не даст. Я же не даст. Ну вообще, ну ты красавчик. А он мог сюда уехать? О, сосать коричневые! Да, он туда именно уехал. Это у тебя еще тут будет 62-й скорость, Кирилл. Намутил бурду какую-то. Где он крысится тут? Ааа, ебать! Не, наебывает. Ну, там, офигеть. Смотри, специально стреляю, чтобы он стрелял меня. Нихера себе, вот через угол как ры... Не, ну это MLG, блять, правильно. MLG, да. Куда-то заворачивает. MLG no scope. Он теперь, короче, танк заворачивает чуть, когда едет по склону. Да. И он неуправляемый в этот момент становится, то есть ты не можешь вывернуть. Он бежит. Like a coward. Короче, ладно, я... Так вот. Красиво. Нормально. Нужно отдельный сервак нам ставить. А ну-ка мне, чё? А ну-ка, давайте-ка посмотрим на Кирюху. Давайте. Что там у нас? Давайте, бурда. Ага, угу, есть такое дело. Хорошо. Красиво мне. Красава, бля. Красава. Это какая у меня бурда? У меня их, кстати, на удивление много. А у тебя вообще она была? Или сколько? Конечно, у меня их до хрена, на самом деле, я тебе сейчас скажу. У меня их 5 штук, это 5. Нифига ты уничтожитель арты какой. Ня. Так, кстати, мне тут эти донатики. Так, Java Buy. Спасибо. Захар, 53.29. Привет, Струк. Смотрел финал, это было потно. Экшон зашкаливал. Последний бой, когда инспап просадили, я вообще обосрался. В общем, молодцы. Поздравляю с победой. Спасибо, спасибо. Я на самом деле даже и не заметил, когда инспа взорвали. Я в этот момент стрелял. Так, смотрю, вот что-то минус танк у нас какой-то.
Так, все, ребята, собрались, надо темп задать этой игре. Угу. Давай, зададим. Че, едем налево? Едем налево. Да, это сафермитив. Ой, англичане эти надоели. Рожу взад. Понторезы. Италии, ВГ. Угу, по. Он собратик маленький едет. Кстати, Чариотер прикольный танк. У него есть 8 мулей или хэша. Шуткик. Вот парни, как вам физика вообще в целом? Говно, Олег. Понял. Все. Пайка от тебе. Ну, физика вроде ничего, со звуками, конечно, шляпа полная. Понял. На каточке, АХ. Ой, там поднимается, смотри, ну, проехал 6.44. Еще и чариотир. Артака, да? Еще одна, когда это ГВЕшка. Че не достал? А что тут из 6 делает? Можно? Я не знаю, я не могу тебе помочь, сожалею. Он со СОН третьим возводит. О, как же хорошо, что ты смог убежать. Нет. Ты с огнетушителем? Да. Офигеть, вот это ты красавец. Чувак, у меня горит все. Ты что, ты патент читал? Нет. У меня вот этот вот центурион горит просто в забеге. Мне то же самое игру, горит. Если у тебя стата там 65%, нельзя играть на общих правилах. У меня ТВП сгорел за 10 боев, раз 6, наверное. Я на ТВП тоже стал ездить с огнетушем. Вот это очень странно, кстати. Не, ну, я не заходил там на твой стрим иногда, посматриваю статистику, типа, как горят вообще другие люди. И немножко мне печально становится. Ну да, когда подожгут, это, конечно, печалька. Кирилл, что это ты жирный такой, не залазишь совсем? Ой, закарабкался. Не пробил. Я не пробил бачата. Я мог стрельнуть в СТ-шку бачата, но я стрельнул в арту, а, блядь. В арту больше брони. Зачем ты это за... Я хотел, блин, сходить в Хэрротс. Фу. Ну, я же сама это все делаю. Ай. Ну го вперед, шо высоти. Цель захвачена. Есть оставить цель. Попадание. Так, он КД, да, я как бы. Блять!
Это нечестная игра, я считаю. Блять, нечестная игра. Я убью его. Этого? 44? А, нет, я понял, окей. Бля, Центурион, это, конечно, такое говно. Сларк там, конёш? Угу. Ай, короче, что я сумму? Ну, кстати, 1000 хп, что ли? Или больше даже, 1400. Пулька. Это альфа фугасом была, если что. 490 средний. Или 515, какой там средний у меня фугасом. И сколько ты попал ему? 450. Серег, метла радуется. Я знал, что в тех кустах, блядь. Он уже перевыполнил программу. Он перевыполнил программу, да. Мне умереть. Я ж дернулся, блядь. Короче, мне надоело играть, если честно. В чате можешь ехать пиздить. Да едет, едет. Какого чё-нибудь, блядь, весело я буду брать. Пиздец, заебали эти потопидоры, нахуй. Вообще, стрим можешь завершить? Пойти... Херец есть похлебку охуенную. Ой, я свечусь, походу не гагай сейчас будет. Вообще-то хорошая идея. О, у меня должно быть на... максимум 3 пули. Все, он не должен тебя быть. Все, видишь? Да. Так, что ты это? Езжай. Я просто боюсь, что здесь где-то ГВЕ. Правильно боишься. Ну, спасибо, друг. На самом деле он красиво реально встал. Да, я вот там вот я точно... Обычно вот тут стоят. Да. Просто парни перевыполнили программу. Что-то есть хочется, капец. Видишь, он умный. Что, go next или что там? Умный артовод это как... Go last. Ну, я лас, короче. Ясно. Хотя нет, бля. Гей-натурал это би. А умный артовод таки... Кириллой, давай быстрее. А, да. В этом извращение своей. А чё ты ноешь? Ты всё, что ли, охуел? Я последний, да. Я... Мне пицца приехала. Ебучий нытик опять ноет. Так, ну давай, я на 50Б загоняю хоть. Чё-то нравится мне этот танк. Буду по барабаним играть везде. На 50Б. Прикольный танк в игре. Прикольно, блядь. Это... А ты чё, всё, что ли, на сегодня, Олег? Я всё на сегодня, да. На сегодня, как бы, отдых ещё. Вообще правильно. Танкуй сладчатый на 50-35. Пойду сегодня на дивергента. Третьего. Это кто? Зачем туда какой-то идти, фильм? Олег? Это же говорят, вообще шляпа. Я знаю, что это шляпа, но пойду похеру. А на Зверополис ходил? Смотри, Зверополис. А еще походу при API ИСа 6 у всех владельцев мозги убрали. Они мозги во взводе играют с нелеготными танками. Что это? Десятком. Че, будем отстрел делать жесткий? С... Я уже вообще готов. Кирилл, блядь. Ты как всегда никого не смотришь. Хуй тебе, а не урон.
такими путями едут красивыми. Чё-то отстрел не очень. Сейчас бы, блядь, светануть меня в миде. Нищий ЛТшкой. Ой, как плохо я отстрелялся. Понял, блядь. Я на КД, парень. Поеду... Понятно, блядь, через горку. С флешем. Мне. Да это бесячая херня, когда ТСТшки, блядь, их теперь еще... И для них физику сделали, и они теперь могут влазить, хуй знает, как подсвечивать на серпантине. А я не знаю, у нас ни одна СТшка не поехала Мочилова устраивать. У нас проблемы на первой и второй линии, потому что здесь нет никого, кроме меня и гранд-финалиста. Сейчас бы разбиться на 49-ке. Зато физика новая. Я на самом деле удивлен, почему меня еще ни разу не столкнули какие-нибудь хейтеры или просто дебилы. Ай, как ты столкнешь, что ты ноешь? Ну, типа, трудно. Переворачивать. Блядь, засветил, пырь. Короче, я тупо на гору поеду сейчас. Иначе Йента не выиграет байк, у тебя сколько пуль? Я все. Но я убегаю, потому что сзади меня что-то плохо сейчас будет, походу. Ты можешь там откадаться сейчас пойти? Ну, я еду, еду. Я бы на гору еще заехал. А мы можем вернуться, слышь, поедем? Сзади хэвик, аккуратно. Минус один. Там просто Яга еще и бабах, а это вообще... Здоровый чемпион. Ой, как вот красиво, хорошо. Бат просто разобрал. Броня не пробита. А, ты прям на гору едешь вот так, да? Я сдох. Ай, блядь! Два раза хаток мне сбил с уроном в лоб. Ой, печалька, печалька. Тупо говно. У них нормальный сетап, который все занимает. Как, блять? Тут сейчас будет за маяком больше. Приедь, может, за маяк, слышишь, байк? Приедь за маяк. За маяк, думаешь? Да. Он сейас приедет сюда, сотка. Уйотка. У нас надо на базе, смотри, будет. Уже тортилы и я... Да и похеру! Ладно, окей. У меня просто три снарядика, все. Они нахуй все здесь запушили одновременно. Ты не уйдешь, да? Нет. Вот это. Вот я по одному поехать, блядь. Ай, короче, все, я не хочу играть. Надоело. Я, блядь, пошел отдыхать. Ну ладно, спасибо за взводик. А ты чокер еще поиграешь? Сколько времени? Ну, можно пару боев. Давай. Блять, что тут с чатом? Sound muted.